Navi's turn to ban. IG's turn to ban. Navi's turn to ban. IG's turn to ban. Ну что же? Доброе утро, Киев! Доброе утро, Киев, Киберспорт-арена! Доброе утро, Москва! Доброе утро, Европа! Добрый вечер, Америка! Добрый вечер, Сиэтл! Тут крик в зале. Что это было? Гранд-финал. Это битва за миллион. Это за Нави хлопают, да. Тут я плохо слышу вообще все, потому что тут в зале полный взрыв. Тут поддерживают Нави. Итак, первая игра. Best of five. Na'Vi против Invictus Gaming. Первый пик Na'Vi. Надо брать Дарксира. Отдают Дарксира. И Na'Vi его заберут, я уверен. Будут играть они до трех побед. 0-0. Преимущества у Виноров нету, но преимущество у Виноров огромное. Потому что Na'Vi последних 3 часа отдыхали. ИГ играли против LGD. Так что, надо сейчас собраться, взять нормальных героев и выиграть в доту. Я нервничаю, ребята, в принципе, не нервничали. Ребята спокойные, у них все хорошо, и это самое главное. Хвост перед началом игры написал, что они не жильцы. Посмотрим, насколько реализуют свое обещание Na'Vi, но я лично верю. Мне кажется, мало того, что верю, мне кажется, это будет разгром. Это будет разгром китайской доти. Ну, не знаю, с разгромом я, в принципе, не согласен. Но IG устали, я вижу, они сидят, просто они даже не собрались вокруг капитана, они реально устали. Они играли 3 часа, 3 тяжелых игры против LGD. Очень тяжелых игр, я бы сказал. Ну и Пупей очень сильно задумался над первым пиком. Вы его видите сейчас на своих экранах. Ставки как никогда высоки. 50 тысяч или 200 тысяч долларов на человека. И это Дарксир. Дарксир. Ну и чем ответят? Нагай! Или не возьмут Нагу? А если не возьмут Нагу, Нагу заберет Na'Vi. Энигмы нету, а антимага нету. Инвокера нету, Фуриона нету, Морфа нету. Вариантов, в принципе, немного, но они есть. Есть противный Силабер. IG есть Силабер. Силабер это они возьмут точно, потому что у них Жоу. Они должны ему дать его своего любимого героя. Напомню, что IG с Na'Vi играли на этом турнире 5 раз. 5 раз они играли, в группе они выиграли 2-0, 2-1 проиграли в полуфинале Виноров. То есть 3 карты они у Na'Vi выиграли, Рубик и... Но на прошлом International Na'Vi обыграли Invictus Gaming, к слову. Ну, это были не те Invictus Gaming, это была абсолютно не та команда. И в межсезонье Na'Vi и Invictus Gaming не встречались. Ну, даже если бы встречались, это было бы, ну, сами понимаете. Все равно не то. US West и игра ни за что. А тут игра за все. Ну, хочу обратить ваше внимание, что здесь тоже US West, справедливости ради. Не, ну извини, но мы-то сидим как раз в месте, где стоит этот сервер. Он буквально в 20 метрах отсюда. Вот на ваших экранах сейчас Чуанг. Вы смотрите на их лица. Они устали, Лешрака забирает. Na'Vi, давайте, все. Им Na'Vi отдают все. Боже, зал сходит Силабер, с ума. Смотри. Зал сходит у них. Кто? Na'Vi, Силабера никогда в жизни не возьмут. Да? Ну, сейчас Хвост посмотрим. Играет на Дарксире. На Силабере некому играть. Хвост не умеет играть на Силабере. На Дарксире никто, кроме Лоста, играть не умеет. Тут элементарно все. Они не возьмут Силабера.
У них есть из вариантов Чен, очень хороший вариант, которого можно забрать сейчас. Чен. Вот он, Чен. И второй вариант, который они могут взять, в принципе, это... Ой, это для Смайла Шэдоу Шамана. Они оставляют Квапу для Дэнди или кого-то в Соломид на потом. Они заставляют сейчас подумать Invictus Gaming о том, что их будут пушить. Потому что, да, есть Раста, есть Чен, есть Дарксир. Это уже неплохой пуш. И Invictus Gaming сейчас будут вынуждены, ну, что-то придумывать, да? Потому что если они сейчас будут брать героев каких-то там, которые ничего не делают с пушем и не будут их банить, то есть вариант, что ты проиграешь просто за 15 минут. А так придется банить разных героев, которые пушат. Это открывает Нави широкий выбор на других героев. Я вижу Ласта, Лос доволен. Но то есть это что-то будет сейчас опасное, да? Вы видите сейчас Фейта, а нет, это Жоу на ваших экранах. Жоу, слушай, я говорит... не удивлюсь, если реально сейчас залетит, короче, пуш и какая-то еще к Шадо Шаману какой-то милликерри. Может залететь Пуджу. Очень вероятно, что залетит Пуджу. Почему? Потому что Чен плюс Хук работает по-прежнему. Но Чен плюс Хук, это не важно. Чен, ну да, Брудмазер. Надо брать Буджа. Ну и тогда получается, сейчас вынуждает брать Синкинга Нави. И ставить ее против Бруды и угадывать линии. Но есть уже Дарксир, поэтому можно забить на Синкинга и брать Дарксира. Это вариант. Ну, и Дарксира ставить против Бруды. А куда пойдет Бруда? Если Бруда придет в сложную, Синкинга ставить в Дарксира ставить в легкую, тогда стоит задуматься. Ладно, меня интересуют исключительно баны IG. У Нави героев до хрена. Мы знаем и Мортред, которая может влететь. Там мы знаем все, что угодно. Сюда может влететь просто миллион героев. Да и Жигернауты, и Войды, и все. Даже, нет, Сирена, да, Сирена может. Извините, если Рики просто, да, просто Дарксир, Тайтхантер банил. Минус Тайт. Ну, этот Нави забанили. Жигернаут, вы посмотрите, что происходит. Зал хлопает. Жигернаут в бане. Я вижу Вилата на стриме, он стоит в желтой футболке Украина. Это как ты меня видишь? Ну, вот на общем плане только что показали. А, да-да-да-да-да, вот это вот я на общем плане стоял. Ну и опять Нави, Дэнди что-то объясняет. Минус Сила БР пятым баном. Минус Сила БР, и остался один герой. Остался один герой в забане. Заметь, есть еще Тинкер, но его теоретически некуда ставить. И минус Пудж. Минус Пудж, и зал просто... Зал гудит! Боже, насколько Нави запугивают китайцев, те банят Джаггернаутов и Пуджей. Это... Такого не было еще. Но есть же еще Войд. Да что угодно Ланая. Есть, мне кажется, хвост. Мартрен. Хвост на чем угодно можешь сыграть. И это Кваб. Да, понятно, очевидный пик Кваба. Ну, а сейчас... хвост. А вот сейчас самое интересное, потому что... Я думаю, никто... О, Найтсталкер и Сирена. Причем, не задумываясь, берет Сирену Пупей, и вы слышите реакцию зала. Ласпиком! Пятерочки отбивают Нави. Ласпиком въезжает Нага. Ой, обнимаются Нави. Вижу цели, вижу препятствий, сейчас будет. И Тяшечка. Ланаю забрали враги. Пацаны даже не обратили внимания на Ласпик. Они стали в кружок. Они сейчас... Нави! Нави! Ну что? Поехали! Первый матч гранд-финала. Первый из пяти. Нави против IG. Нави начинает у нас играть за Radiant. Ну, понятно, кто на ком, даже не буду повторять. Понятно, что хвост на Наги, понятно, что у вас на Дарк Сири, Попей на Чине, а Смайл на Расте и Дэнди на Квапе. У Эджи тоже все понятно. Феррари на Ланае против Дэнди, Вайвайф играет нас на Баланаре. Фейс на Лишраке, ну это понятно. Тоже Чуан на Суппорт Рубике и Жоу на Бруде. Играбельная дефолт, стата. Дефолт, насмотрелись мы. Насмотрелись, так, мы, кстати, за вы видите, кучу дней. Так, где наша Бруда? Ага, Бруда вот сразу с центре вардами. Ну что, друзья, да, можно понемножку подводить уже черту, потому что увидели мы за 6 дней более чем 200 матчей, по-моему, или около того. Точнее, не 200 матчей, 200 игр.
Сейчас стычка здесь может быть, посмотрим. И Дэнди Бойд. И хвост, сеточка Пчуана. Ой-ой-ой-ой, на стандбой поставились Дэнди. Дэнди! Дэнди, о боже! Смайл умрет все равно. Да, Смайл умирает. Дэнди подставился. На стандбой или широка попали. Я не понимаю, сетка, наги. Почему не тайд рип, почему не риптайд, да, и... Все 130 дэмэджа, действительность. Сетка почему-то улетела, и почему-то она улетела в Рубика, который был дальше всех. Рубик стоял вот где-то вот здесь. Хреново, ладно. Ничего страшного. 0-1. 0-1 и начинается наша игра. Начинается наша игра. Я думаю, что сейчас будет жарко, друзья. Это гранд-финал. Это битва за миллион. Мы ждали этого год. И мы этого дождались, черт подери. Вообще план такой на игру нами понятен. Многое зависит, конечно же, от того, как отыграет Дэнди в миде. Фраг забрал Феррари, что уже неприятно. И банка у него будет довольно быстро. Сложной ласту надо будет отработать против тяжеленной триплы, которая, если цепляет, то это практически ГГ. Где взять второй левел, я не знаю. А здесь мы видим, что Жоу, который сразу же разбивает варды. Вот не зря Жоу взял сразу с собой сентри. Сентрики. И тут будет довольно тяжело. Еще хаст у него до сих пор не закончился. Рядом с тобой там сидит Габлак, я так понимаю, слышу по голосу. На миде вот гляжу я на мид и понимаю, что... Фарари против Дэнди. Я не знаю, как Дэнди должен эту линию выигрывать. По-моему, это вообще практически невозможно. ТАшка противная такая себе. Противная ТАшка. Посмотри, лост на топе. Неважно. Лост на топе, ласту на топе абсолютно не дают сейчас получать опыт, понятное дело, потому что это невыгодно команде IG. Ну и у ласта задача... План максимум в ближайшее время. Окей, с вардами. Сетка в Жоу, будет ли варды? Смайл должен брать сетку. Смайл, сетку, это не варды. Вот он, репайт 1-1. Даже без вардов. Ну, загулял, что-то слишком самоуверенно сыграл. Там Бруда. 1-1. Жоу затупил. Есть ответочка от Нави. По одному. Играем дальше. Крипстат у Дэндика пока не очень. У Ланай 7-1, у Дэнди 3-1. Хвост догнал. Также она, и хвоста. У хвоста 7-3. У хвоста хвост нафармит. Вот этот вот должен бояться вообще всего. Сейчас вообще всего. Если он сюда зайдет, его надо убивать. Так, Попей тут с Савиной Медведя. Может попытаться подойти в мид. Поставить Савуха. Ну, еще рано, конечно. Понапрягать Ташку уже сейчас, найти. Конечно, можно. Несомненно. Просто отправить туда. Так, чекает руну. И здесь руны нет. Руна на топе. А на топе тоже нет. Где руна? Пупей разбил только что дабл дэмэдж на бойте. А, Пупей разбил. Я не увидел этот момент. Сейчас третий левел будет у Пупея. Будет у него... Персюэшн второго левела. Можно будет еще кого-то одного взять. Вот он, третий левел. Ну и желательно, конечно, Савуха куда-то сюда поставить. Отправить туда, понапрягать Феррари и так далее. На самом деле, на третьем левеле... Что я творю, на третьем левеле же. На третьем левеле же скилла. Я уже мечтаю просто о том, чтобы побыстрее было два крипа. Жаль, что это не Enchantress. Ну да ладно. Не, ну вообще-то да, это тоже неплохо, что это не Enchantress. Так, 13-я минута игры у нас заканчивается. Дэнди против Феррари в миде. У Дэнди тут вообще тяжело, конечно, ему тут будет. Я не знаю, что должен Даня вытворить, чтобы все пошло хорошо. Ну, да, Квапа вот это пацан... такой герой, который нелегко перестоять ТАшку, особенно если ТАшка потная, а здесь уже на турнире непотных не осталось, это, конечно же, очевидно. Ну, Феррари, кстати, отыграл, по-моему, на турнире раза 3 или 4 на темпларке, и получалось у него очень даже неплохо. Ну, понятно, здесь мы видим, дело, стоит сентриварда, который уровень. Не видит этого сентриварда. Что интересно, борьба, и этого борьба. Тоже не видит, но Жоу видит абсолютно везде, и главное как-то правильно напасть. Как правильно напасть, я не знаю. Так, Пупей здесь, Пупей с троллем. С троллем можно выходить, Смайлоха здесь запулил крипол. Все нормально, в миде Дэнди напрягает его Феррари. Ну, контроль рун — это один из самых важнейших моментов, которые надо Дэнди осуществлять, потому что у Феррари имеется полная банка, у Дэнди есть тоже полная банка. Если Дэнди заберет хотя бы первых две руны, будет все, в принципе, отлично. 10 секунд до появления руны на 4-й минуте пойдет, да, и Даня туда. Воевать. Нужно надо угадывать, надо, чтобы вот эту руну контролировал кто-то другой. Дэнди. Руна появляется снизу. На боте. Это раз. Хаста. И Пупей видит это. Пупей это видит. Идет сюда. Миди Ланая там с Дэнди воюет. Пупей держит пока Пупей руну готов, для Дэндика. Готов, да, сторожить. Да, он нормально. Нормально. Ланая будет без маны.
Лана есть банка, но руны у него не будет. Это хорошо. Законтролил здесь. На топе на топе, смотри, запулили этих крипов. Лост ушел, лост уже 4 левел. То, что происходит на топе, нам абсолютно уже не должно быть интересно. Хотя, YYF 5 левел, первая ночь через полторы минуты. И веселуха будет. Веселуха будет очень начнется, серьезная. Определенно начнется, потому что Баланар в первую ночь, все мы прекрасно знаем, устраивает кучу экшена. Посмотрим, как будут действовать Нави. Не, ну, в принципе, против. Ему тут убивать не особо-то есть кого, да. То есть Дэнди он толком не убьет. Вниз залетать на хвостах, которого будет слип через минуту, тоже тяжело. Поэтому надо Нави как-то постараться первую ночь пережить. Тем более, что пропадут скоро варды. И забузил банку у нас Феррари. Феррари баночку он будет, домой он будет это делать, он будет делать это постоянно. Вот, дагер на Феррари, пусть там тусуется со своим рефрекшеном. Купей, да, вышел конечно. Мид с троллем. Но тут Феррари не будет оставляться. Тролль просто пошел к нему, приносит банку себе. Соломидер команды IG. Ну и нормально, попрессовали тавр немножко Дэнди здесь с Купеем. Ну на топе, конечно, сейчас тавр заберут просто Фейт, Чуан и ВВМ. Лост у нас, ой, лост. Хвост, лидер по крипам. На карте, в принципе, 35 уже. Ну, хвоста нормально, да, с фармом пока. Мне интересно, будет ли он играть таким же идиотским способом, как играли против них LGD, то есть через линку, или нормально будет все делать. Ну и что, сейчас заберет Tower IG на топе. Уже ничего не смог сделать Na'Vi. YYF забрал Tower. И первая ночь начинается через 8 секунд. Вот как ты думаешь, что сейчас противопоставят Na'Vi? Да, пока ничего не надо делать, пока надо фармить ласту. Говорю, фармить ласту. Я думаю, варды нужны. Да, пока надо хвосту здесь. Но варды это такое. Тут второй тавер будет забирать. Забирает реген на топе, это хорошо. YYF и ребята, лост, 5 левел. Хорошо, есть уже у него 1 левела вакуум. Можно уже немножечко как-то напрягать. Можно уже. Ну, тут, видите, лост, конечно, сам соло не адефит, а так как первая ночь, то можно еще и встрять. Так что надо быть просто осторожными сейчас. Ну, по-моему, не очень удачно. Ну, лост нормально, хвост, то есть нормально. Хвост через Riptide, все хорошо. Второй тавер IG заберут. И заберут без проблем. Да. Два тавера к ряду забривают IG. Ну, ничего, это запас для Na'Vi по таверам, так что все окей. По голде, понятное дело, шмякнулся график у нас в пользу IG после двух тавров так ряду, так быстренько. Смайл тыкает сюда еще один сентри-вард. Что у Смайлухи с апсами? Есть у нее еще один апсвард. Пока его никуда не ставит. Тут поставят только сюда на линию. А Баланар где? Баланар уже бежит сюда. Сейчас вот его не увидят. Вот Баланар довольно неожиданно выбегает. И могут быть проблемы снизу. Джоу, траблы. Смайл распитовывается. Есть сетка. Еще одна тычечка. Хвост на воде. Минус Джоу, браво. Ой, проблемы Пупея. Что это было? Он что, испугался? Он просто испугался ВВФ. Или он решил сокурачить, как с LGD. Или дождаться, когда будет врыв. Или убить Дэнди. Врывается на Дэнди. Дэнди, блин, сайленс на Дэнди. Сетка здесь есть. Дэнди, ну успей, хорош! Купей прочитал ситуэйшн. Сразу же портнул Восьмая минута. Причем Дэнди, там вот 4 секунды дилей был. И убивали. Просто продолжает наблюдать. Целых 4 секунды, и он все равно успел. Браво. Ну, остался в живых самых главных. Лост миди, лост 6 уже левел. Третьего левела у него мы видим Айншел. Первого левела вакуум нормально. Так, YYF, осторожно, здесь надо быть Смайлухе. Ой, Смайлуха битый очень. Делает дабл спаун, Смайл. Найтсталкер возвращается. Вот не знаю, что делать YYF. Это хорошо, что он пока никого не бил. Ой, Ланая здесь. Нужна инфа. По центре вардах сейчас пройдется. Видят. Бежать по тавер. Может еще ТП сюда кому-то сделать. Наши идут сюда. Лос тоже иди сюда. Ой, поймают двое. Как плохо. Поймали Дэнди. Дэнди дагер дал. Раскричался. Ванай битый. Пупей умрет. Ультимейт. Дэнди. Хорошо. Убили. Ланаю убить. Ланаю. Хорошо. Пупей умер. Ланаю можно гонять. Здесь секс. Сетка. Это минус Феррари. Дави это мясо. 4-2. Отличный ганг от YYF. Просто шикарно все. Бежал туда еще Лишрак. Не добежал, скажем так. Вот, если Na'Vi будут дальше вот так вот спокойно реагировать на все происходящее, если Смайлуха действительно хорошо будет там контролировать карту вардами, то все будет норм. Тем временем, посмотри, на топе фармит Рубик. Абсолютно бесполезно занятие. Абсолютно. Это на да, руку. Пусть фармится Рубик, боже, он все набирает левел. Это самое главное. Нам-то пофиг на нее. Дэнди, осторожно, будет сайленс. Дэнди, все, умирает Дэнди. Да. Или нет? Встанет, помогает Пупей. Чен хилит. Боже, Дэнди. Чен красавчик. Дэнди уходит. Пупей спасает всех.
Пупей застанил кентавром Лежака. Пупей выхилил Дендика и не могут убить Вапу. Два раза уже пытались. Не могут. Не поверили, что Дэнди не допрыгнул до клифа. Кентавр вышел быковать. У него нет маны, он не нужен уже. Так, Лост убегает. Здесь трэпа. Лост все равно ушел. Лост без маны. Тавр падает. Здесь Диаболики третьего левела. Слушай, ну Тавр сейчас Тавр упадет. Убью. Тавр упадет, наверное. Нет. Дэнди пугает Феррари. Дэнди отлетовывается. Тавр упал. Третий кряд Тавр уже. Савух этот бедный. Сейчас будет почерпать, но не до конца. Посмотри, Смайла грызут. Смайла грызут пауками, очень сильно нагрызли его. Тем временем у нас Смайл живой, сейчас может плюнуть к нему Жоу, и это очень плохо. Потому что нет, чужой лес заняли IG. Смайл. Но ему-то это не поможет, если в него плюнет Бруда. Если у Смайла хиварды, сюда идут на, идут на хвоста, подтягивается Нави. Нави подтягивается сюда. Перетяжка, посмотри, от... Темпларки. Темпларка тут как тут, и сейчас будет очередной файт 5 на 5. Главное, чтобы Лост успел если вовремя прийти. Если ТП у Лоста, есть ТП, Лост прилетит. Нормально, у Лоста мы видим, первый есть. Темпларка есть, заметили ее. Здесь по бордам бегают. Видят абсолютно все, Нави. Не видят абсолютно ни хрена IG. Сейчас бы еще и смоук, вообще было бы круто. Дэнди с ультом. Вот тут только стоят варды и разбежались. Потеряли кучу времени IG. А про Нави тоже особо здесь время не зарабатывали, да? Но живы они, ну, да, живы, да. Здоровы, и все хорошо. Хвост продолжает фармить. Хвост 1145 голды, 81 на 20. У хвоста в два раза больше, браво, чем у кэрри-героев команды как Invictus фармит Gaming. Александр Дашкевич. Вот этот тавер цель. Забираем. Слушай, мне кажется, второй хвост сидел, смотрел. Хвост сидел, смотрел прошлые игры и думал, что, блин, там и подумать. Борды, Серега, отойди, Серега, уйди. Хорошо, его ТП-шат, отлично. Не, понятно, что наши смотрели игры и прекрасно не знают, что за команда IG. О боже, посмотри, как Феррари больно, только что змейками направил на него Смайл за две атаки, больше половины ХП слетело у Темпларки. Что летит в Куре? В Куре летит по Виталити Бустер, я так понимаю, для Дэндика или для кого? Нет. А, нет, для хвоста, это Вангварду хвоста, это вот да, это мне вы... нравится. Вот это мне очень нравится, ну и наши хотят драться. Эти линии пушатся, а IG делают ничего. IG делают просто ничего. У хвоста есть слип. У нас есть, правда, первый вакуум. Надо второй. Ай, потеряли совух. Лост тягивает. Ой, Дэнди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это фейл был. Это был тотальный фейл. Слип и нечего делать. Вакуума нету. Хвост зачем-то слипнул. Будут убивать Чуана. Подняли хвоста. Лост умирает. Поймали ВВФа здесь. Ой, хвост едва живой, его выхилили. Пытается он жить. Пока Смайл тоже мертвый. Дэнди, минус один. Здесь Феррари едва живой. Все едва живые. Дэнди, через 2 секунды будет крик. Дэнди, кричи! Дэнди крикнул, еще убил! Боже, 4 в 1. Слушай, ну как-то перегнули наши ребята с тем, что... 4 в 1. Это был абсолютно тотальный. Опа, а Дэнди-то еще. Лишрак умер там. Дотикало по нему. Ой, кто здесь летит? Это Лост. Лост ничего не может сделать, конечно, против них всех. Ланаю стянул там рефрекшн, и тут не убить. А очень-очень поздний дал слип. Хвост непонятный слип. Не было ничего на кулдаунах. Дэнди отсюда как? Ультанул нечетко, вот сюда, не попал ни по кому. И не было вакуума, а хвост дал слип на вот эту бригаду. Все, делать да-да-да, нечего. Еще у Смайла были змейки там на кулдауне. Понятное дело, что уже там драться не стоило после этого слипа, в принципе. Но вот почему-то захотели ребята, и не получилось. Но посмотри, у этой Бруды опять есть Мидас, как вот мы видели, когда там в прошлой серии, да? Правда, это исполнял, кажись, Феррари такие, если я не ошибаюсь. Да-да-да, по-моему, Феррари играл, но Феррари там с Мидасом играл. Жоу тут опять тоже Мидас у нас, да, то же самое. Этот раз поменялись они героями, потому что, наверное, Жоу не умеет играть на Ланае. Ну, это такое. 6-6 по деньгам, понятное дело, что 4000 проигрывает Нави по XP. Чуть-чуть слайдли впереди команда IG. Хвост бьет тавер по миду, забирает Нави свою первую вышечку. И... забирает хвоста. Поднимают Дэнди. На Чуана напал. Как разорвало здесь Дэндика. Смайл тоже сейчас умрет. Да, Смайл тоже умирает. И хвост, наверное, тоже умирает. Нет, хвост полетел. Тотальную глупость делают Нави. 7-8. Видим, Дэнди немножко нервничает. И 8-7 в пользу команды IG. Ну, ничего еще не потеряно. Довольно и глупая ошибка. Надо еще драться.
Довольно глупая реально ошибка допускают Нави, причем обидная, потому что они понимают, что не делая они эти ошибки, они бы сейчас прям запросто переигрывали бы по игре IG. Ну и отправляются. Да. Нагло отправляются пробривать Рошан у нас китайская команда IG. Мы еще раз напоминаем, дорогие друзья, что это гранд-финал на миллион IG против Нави. И с вами Влад. Так, Хвостецкий. 825 голды, 900 голды у хвоста. А Лос здесь, два кольца, Дэнди, ПТ, банка, Magic Wand, Мантия. Так, Жоу, 2000 почти уже денег у Жоу. И деньги будут идти довольно серьезно. А что делать Нави? Ну, понятно, что ждать возможности, чтобы сработала комбо. Как она должна сработать, я не знаю, но как-то она сработать все-таки должна. Знаешь, я посмотрел здесь Gold Earned, и я понимаю, что вот на данный момент у хвоста 5100, а там уже у двоих более чем 5100 у Бруды и у Темпларки. Ну, это понятно, не критично. Ой, извини, 4 просто... тавра, пацаны, забрали. 3 тавра. Да, просто забавно, конечно, смотреть за этой статистикой. Тоже все-таки вот полезно. Дагер на Феррари, это проблема. Фейт, Аркантапки, Жоу, Мидас. Будь здоров, всем Мидасом. Не поможет здесь просто Фучуана. Сейчас будет YYF, мы видим Вангвард ПТ. Урны нет, это хорошо. Нашим надо как-то нереально выигрывать драки. Как, не знаю. Вот как-то, каким-то образом. Лост, какой вакуум? Вакуум левел 3. Нормально. У хвоста нет слипа, ну и все равно без результата Дэнди нет смысла этого делать. Ой-ой-ой, Дэнди побила немножко наших. Хотят забрать тауэр. Знаешь, хотят всех думаю... стянуть. Нужен какой-то нормальный слип, но... Какой нормальный слип нужно сделать? Я думаю, появится ульт у ДС, и тогда будет немного попроще. Вот, правда, не да, знаю, ДС, ульт, в принципе, все равно он до левела... Ну, на первом левеле он ничего не будет делать, как бы. Нам главное четвертый вакуум, нам главное нормальный слип, и чтобы Дэнди попал ультом. Все. И все будет великолепно. Просто, грубо говоря, Лишрак будет сбрит просто вместе с Рубиком для этой всей фигни. Ну и останется просто добивать. Форстаф у Рубика — это беда, это тотальная беда. Он просто дали пофармить на топе. Дабл-кликом будет улетать, и все. Да, ну не только пофармить. Опять-таки три тавра дают о себе знать. Три тавра — это очень много голды. Ну и Нави ушли. Вот постояли, немного ушли, да, заставили постоять IG. Но все равно время-то работает уже на команду IG. Потому что у них есть Бруда. Если у Бруды будет БКБ, вообще будет беда. Надо ее убить до БКБ. Пару раз Нави в четвером в своем лесу. Абсолютно непонятно, что происходит в миде. Можно пофармить здесь тоже крипов. На топе тоже можно пофармить крипов. Я не знаю, что надо делать. Что-то делать надо абсолютно. Ну, ты знаешь, нужно выверенно драться, не допуская ошибок. Ну, вот немножко такое ощущение, будто бы чуть-чуть зажались Нави после как раз-таки двух фейл-файтов. Вот. Ну вот так, реально, в первом крупном файте чуть-чуть не хватило буквально Нави. Смайл. Главное первым не подставляться здесь Смайлу. А что тут, в принципе, огромная глупость была в самом начале. И потом в каждом файте играли очень паршиво. Они немного не хватило хвост. Иллюзии. Здесь трэпы. Трэпы мешают довольно активно. Засыпать хвост не может. Юзает с фортификейшн иллюзиями. Бьет хвост. Дэнди. Не надо ему танковать этот тавер. Вот тавер нормально. С хвостом подошли поближе. Тавер забрать и уйти. Надо команде Нави не драться. Нормально. Тавер забрали и ушли. Не-не-не. Иду дальше. Ну нормально. В принципе, борды есть разные. Хотят подраться. У хвоста 11 левел. В принципе, скоро будет, что украли. Что украли? Украли крик. Скрим. Украли крик 4 левела. Ну вот видите, стоят IG очень четко. Очень четко. Так, чтобы толком всех не стянули. Вот, хотя вот, поймать их в какой-то определенный момент можно было бы. Нави что-то задумали. Понятно, тут просто какой-то вардфест постоянный. Стоит нереальное количество вардов у команды Нави по всей карте. Так, YYF. Жоу, Лишрак. Ну все на месте здесь. Тут крипы с крипами дерутся. Много денег пропадает на карте. Нереальное количество денег пропадает. Но Нави не хотят. Лос не надо тянуть сейчас. Лос пытается бить вот этих вот хвоста. 112 на 20. 112 на 20. Ну там пауки. Там пауки, 2200 хвост. Дело. Что будет и дальше? И вангвард у Найтсталкера появляется. Вангвард Найтсталкера. Ну хорошо, хоть без урны. Вот БКБ, когда у этого парня появится, у Бруды, вот это меня более опечаливает. Надо, чтобы не появлялись. Здесь крипы уже на базе, здесь куча фарма просто. Нави хотят один раз подраться и потом пофармить, хотя бы фармить выиграть дальше драку. А может быть забрать второй тавер даже, ну, чтобы сравнять счет по товарам. Довести его до 3-3.
Надо просто быть. Тем временем у Ласта совсем скоро будет пайп, там через каких-то 500 монет. А пайп это, Пупея... кстати, неплохо, хотя... А у Пупея почти вот через свиток Меки будет сама Мега, потому что Хедреска и Баклер у него уже есть. Нави уходит отсюда, и все вот это стояние не дало им ничего, ну также точно ничего оно не дало команде... Ну оно дало команде Нави, да, вот видите, перестали вообще фармить IG. И, слушай, а если их в лесу здесь поймать? Ну, я не знаю, на самом деле, почему так трэп, долго стояли видит Нави? Все, видит, видит, видит. Нави ну, они пытались поймать. Нави стояли, потому что, да, в идеале им надо было выиграть один файт, чтобы у них появились ключевые айтемы на данную стадию. Ну, а им, им до сих пор метра, надо это сделать. Сетку давай, сетку ВВФа. Кого-то сетку. Так, Лос здесь немного битый. Сурж пропукал, по-прежнему есть у него лаком. Вся карта вообще. Так, есть пустая. Сетка. Так. Так, осторожно! Ой-ой-ой, не, все плохо, назад-назад давайте! Салится хвост, если умрет, будет беда! Поймали, хвост слип, хил, хвост поздно! И ульт лишь рака включен! Рубик жив, что я происходит вообще? Тотальный трэш, просто тотальный трэш! Фейта убили, нормально, но это 3 в 1. Да, это 5 в 1 будет. Да. Тотальный трэш делают Нави, абсолютно непонятные действия. Я не знаю, что они планируют вообще сделать. То есть, как бы задумка была понятная, что дальше, я не знаю, что дальше. Потому что начинают, кажись, ну что, как что значит начинают, хорошо. Смайл цепляет одного. Как только вы увидели, что Баланара пробили, они врываются, отойдите, заслипайте их по таврам, стяните туда. Нахрена вот это вот начинать, вот эту херовитень. Двое бьют одного, двое бьют второго. Рубик вообще где-то в жопе ворует что-то. 13-22 минута, эту игру можно уже заканчивать, чтобы не тянуть время. Не проперло, не проперло. Ну какое не проперло? Не проперло, не проперло, это когда у тебя два мяса не проходят с лоу-граунда. Тут ребята сыграли как стадо дебилов просто, они не проперло. Ладно, ладно, не начинай, не надо рейдж. Ты же сам понимаешь, что... Я не рейджу, это реально, я думаю, если я бы сейчас спросил у Лоста, Лос, что случилось, Лос бы сказал, ну мы сыграли как лохи, потому что тут действительно был бред какой-то. Они сыграли, извини, как Moscow 5 в лучшие свои годы. Нет, на самом деле все началось именно сначала, когда вот в том файте, когда там 4 на 1 или как поменялись, там все просто поубегали по 100 хп, несмотря на то, что неудачно изначально было. Ну и на меде забривают Квапу. Ну так вот, справедливости ради отмечу, что эту игру выигрывают не IG, а эту игру проигрывают Na'Vi. Потому что видно, что ну, если в принципе, бы... Стоит запомнить, то, что Na'Vi абсолютно каждый из своих матчапов начинали с поражения. Так что ничего страшного, четвертьфинал был, матч 0-1, полуфинал с 0-1, финал Минерал с 0-1, врывает, ломает сюда, начинает валить Ласта, Лос садится, ну, ребят, надо ливать, тут нет смысла продолжать игру, сейчас можно разве что это время взять для того, чтобы распланировать какую-то страту на очередной матч, потому что играть с Нагой Na'Vi не умеют, абсолютно не умеют играть с Нагой, и мы это увидели, хвост ворвался, умер, да? Да, умер. Они взяли Нагу, а с Нагой до этого не играли абсолютно ни одного раза. Зачем это было делать? Я не знаю. Я не понимаю. Ну что, минус бараки по миду, и Na'Vi проигрывает первую игру. Это не трагедия, они 0-1 позади. Так, ну тут... Это им нужно для мотивации, я думаю, сейчас покажут нашу способность. Ну вот попытка была сейчас сделать, как на Старладере, да? Лос тянул, Смайл закрылся хвардами. Но извините, когда пацаны уже имеют такой оверлевел, то толку с этого никакого. Понятное дело, что весь прокаст выдерживает сейчас IG и уже все. Я более чем уверен, что на Na'Vi никак негативно не повлияет данное поражение. Они сейчас просто выйдут, пообщаются, поймут, что... А я думаю, не разрешат даже. Больше ошибок, чем стоило бы. И все, они потом довольны. Ну да, они, знаешь, они допустили много ошибок еще до того, как вышли крипы. Да хренища ошибок. Они пикнули говно, они подрались в начале Галима и... Ну, блин, вот в этом проблема. Надо начинать с самого начала. Они, опять-таки, они попытались сделать то, что они сделали в первой игре с ДК, в первой игре с IG. Они взяли героев, которыми они не знают, как играть в доту. То есть... Они знают, но когда это не набито, не, ну они наиграно. Знают, как в пабе Нагой гонять, да. Но, а тут, ну, куда?
То есть я понимаю, что да, все играли в пабы, все знают, что да, мы берем Нагу, мы стягиваем Дарксиром и туда кастуем Black Hole, все, победа. Но ё-моё. Для этого же еще надо что-то кроме этого делать, да. Жоу с БКБ, на него можно не нападать даже. Он сейчас убьет двоих просто здесь. У него 3000 голды. По деньгам 15, по XP 15. То есть Нави, понятное дело, что не будут сдаваться. Но играть с 24 минуты, не имея нормальных героев, не имея нормального вообще плана на игру, будет тяжеловато. Да, просто надо уж собраться. Да. Надо просто сейчас собраться и попытаться что-то придумать. Что придумать? Как и в прошлые разы, я думаю, что надо просто-напросто брать героев, которыми им нравится играть в доту. Не Нашечка, брать героев, которые якобы выигрывали, но надо брать. Ну, разница по голде тут уже, я думаю, по XP мы можем уже даже с тобой не обращать на нее внимания, потому что... Понятное дело. Выиграть эту игру невозможно. Посмотри, за Рошаном отправляются очередным IG, чтобы, ну, прям вообще быть чрезвычайно уверенным в своей доминации. Заручиться еще одним таким элементом, как Аегис. Так, Аегис появляется у Лана и, конечно же, у кого же еще. Ну и что, наверное, понизу сюда сейчас будут заходить и пытаться заканчивать. Бруда, много денег, 4000. Ну, у всех много денег, масс БКБ, форстафы там. У Лана и там, наверное, уже чуть ли не... Да, уже есть у нее изолятор, ой-ой-ой, кристаллис, ну... То есть, куча, вы понимаете, айтемов, что сейчас будет умирать с одного удара Пупей, например. У него до Меки еще 75 голды, и идею взять непонятно. Дэнди, ПТ, Брайсер, да, и хвост с Вангвардом, 12 левел. Ну, Смайл точно с одного удара будет умирать. Просто прыгнет, мелт, один удар, все, и Смайл будет мертвый, 100%. Не, ну, как бы гем есть, несмотря на то, что... Да, не радужно. Просто есть когда гем. На тебя блинкует слона, эти гейм вряд ли поможет. Ну да, да. Так, заходят здесь IG. Хвост на топе забрал тавер. У YF слип мы видим третьего левела. Ой, не слип, а извините, фир. Нави есть или нет, у Нави нет клипа. Нормально, ждем, уже перезалетают от Ланая. Уже и маны нету. Сакрит купил себе хвост, но... Я сомневаюсь, что это что-то особо изменит. Сайлинце хвост его хорошо ускоряет, живой. Переживет он это. Ну и давай сейчас слип, а! Уже не надо. Спанули Феррари. Феррари, забрали Феррари, Аегис. Ну, Феррари... Забрали, заберите Аегис. Эх. Не забрали, лол. Не забрали Хороший Аегис. Хороший выпад от Нави, но Аегис даже не забрали. Это вот плохо. Ну, по сути, ничего не просрали, что тоже хорошо. Хвост. Айбэшер поставил уже, но он вряд ли что-то решил. Смотри, умирает у нас Пупей. Да, блин, там не смотря. ГВП, Нави проигрывает эту игру и... Умирает еще раз хвост. Выбили наконец-то Аегис. Ну, посмотрим. Во втором матче надо, наверное, что-то придумать. Я сейчас смотрю на пацанов. Уже надо просто занять вот, за вот это время, которое у них сейчас есть до конца игры. Надо обсудить уже второй матч, что делать. Вот я вижу, уже обсуждает сейчас Попей вместе с Востом. Вост показывает, что не так. И... Они уже, по сути, не в игре. ГГВП 1-0. Ждем второй матч. Пауза 10 минут, и мы ворвемся на вторую игру между командами Na'Vi и Invictus Gaming. Далеко не расходимся, вернемся. Чуть-чуть не потеряно. 0-1.
I can't hear my voice either, but now it magically appears, as I said. IG win the first game 1-0. So, back at the analyst desk, guys, Na'Vi didn't look together that game, really. One of the fights at the bottom didn't go well, giving away first blood. This was a very un-Na'Vi game to me. I mean, they picked up the Naga Siren with the fifth, a hero that they've basically just walked all over this entire tournament. Not really something that we've seen from them. Also, they first picked Darkseer and give away Rubick. I feel like Rubick has been the quintessential Na'Vi hero this tournament. It's basically dominated every battle for them. Dendi's Rubick has been insane. It seems very odd to me to just let that one go and grab DS instead. Well, IG go after the perfect start. They took the game to Na'Vi. I mean, the first blood is great, but they just got their sort of trademark aggressive hero. You've got YYF on his Nightstalker. He's been a real standout. You've got Ferrari on his Templar Assassin. He's still undefeated. They have not lost with his Templar Assassin. Then you have the Brood in the hands of Zhou, who normally plays a hard carry, but, I mean, he put him on a hero like Brood, and he did just magnificently. I believe Bruno is angry that you stole Did you steal one of Bruno's stats? You're picking up my notebook, aren't you, guys? All right. I'm a human statistic. I'm thinking they need to ban some Templar Assassin going forward. I'm serious. Like, all right. Yeah, and of course, it didn't start off great for Na'Vi, but there was that team fight at the bottom, which we will take a look at, which really could have gone Na'Vi's way, but Dendi whiffed his ultimate. Yeah, so we see this initiation here from IG on Na'Vi. Na'Vi, actually, we get a nice silence here, basically preventing Song of the Siren. Dendi comes down here, looks for an opportunity to throw a big Sonic Wave, but unfortunately doesn't quite happen. Missed it earlier, oh, we already I believe, missed it. Yep. Okay, so here's the sleep now. Now, Naga's trying to get away, low on the HP, but wants to stay close enough to keep his heroes alive. There's the ultimate. I lied. You're so full of it. Now, he does hit Faith, but when you're throwing a Sonic Wave, you really want to hit more than one hero, and that's just not quite enough. Different fight, but same concept. We do see Na'Vi get completely team wiped, and this really is where IG started to snowball. They got up the map control. They just got further and further ahead from here on out, taking tower after tower. And really, they, I don't know, was there any openings for Na'Vi to get back into the game after that? Man, IG were very aggressive. This was a really solid strategy for them. Obviously, the Nightstalker doing a little bit of what Na'Vi used to do, which is dive with the Nightstalker, kind of use them not really as a pushing hero. They're using it just pure aggression here. I mean, obviously, Templar Assassin, as Luminous mentioned, is called Tempo Assassin because you can start to spool out of control. And at one point, you're just going 430 miles an hour. I've never heard it called that, to be honest. What, Tempo Assassin? I like the Ferrari joke. But I don't know. I don't know if God's picked that one up. Bruno, what have you got for us over there? Well, here's the thing. Na'Vi can't seem to win this tournament unless they drop the first game. It has been like that the last two games, and maybe it's that way. I mean, don't count them out. Remember last finals against eHome last year? They had a one-game advantage, but that first game, Arsenal picked Pudge, and they lost it, and then they proceeded to win. So it's still a series. Potentially four games to go. Let's see how it goes. I actually like the fact that Na'Vi played it out a little bit longer than maybe they should have in terms of the GG moment. I think it's good if you go into a finals, you just want to make sure you get enough time, and they weren't even necessarily taking the last few battles as this is something that we were going to win, but it's good that you can just maybe try and just slow down the momentum. You don't want to lose a quick game and then go into a game straight afterwards, so I'm sure Na'Vi have got a lot to talk about here. Yeah, a little bit of the collecting the thought strategy, right? After you know you're about to lose a game, you just wait, you slow it down a little bit, you collect your thoughts, you talk about it maybe as a team during the game, so when you go into the next game, you can analyze and assess, figure out what went wrong, and just execute that the next time. I mean, as Bruno pointed out, Na'Vi has lost literally every single game won against IG. They did it. I believe they did it against DK as well. Yes. And against LGD. So it's not really surprising to see me lose game one. The question is, are they going to be able to adjust again? They've adjusted every single time so far through this tournament. Can they do it one more time? Well, it is a best of five, so I mean, it's not only just two games to come back now. They're going to have to win three. IG still have two more wins to go. I mean, I feel this best of five format in the long run, IG have just come out of a best of three that did go the distance against LGD, but I feel it gives them more time to adapt to Na'Vi's playstyle. They've already shown they can beat it once. Maybe Na'Vi comes up with something, but then IG can always strike right back. Yeah, and remember, Na'Vi did play IG already in the brackets, and Na'Vi won 2-1. So this has actually tied them up at 2-2 in the long run. But of course, we're in a best of five final, so it's going to be first to three. So the game is about ready to go, guys. Any predictions or anything that you think either team needs to change to take the next map? I think history continues. I think Na'Vi take game two. Am I allowed to change my prediction from 3-1 IG to 3-0 IG? Oh, big flames. Uh-oh.
You're going to get mobbed afterwards, God. I don't want to go in the auditorium this time. We're going to be, like, yeah, that would be sneaking an out awful the back idea. Exit. We'll have okay. a three-person panel after that. Bruno, give us what's really going to happen. 75 minutes, Navi win. 75 minutes, Navi don't win. Chances 75. Of seeing a pudge? Zero. They'll win it. Yep. If they right. get, and if the they crowd get. Will boo them off. Yeah. Okay. Well, we'll find out, guys. It's still a really, really big game for both teams. No one's going to give it up just yet. And, of course, Na'Vi will be fighting back the best they can. But IG looking on really good form. So let's send it back to our commentators for game number two.